Московское метро очень помогало жителям в годы войны. Давайте же посмотрим, как же здесь спасались люди от бомбежек. Здравствуйте, товарищи! Проходите на станцию Маяковская. Проходим, не задерживаемся. Женщины и дети проходят вперед. С большим багажом нельзя. До 5 утра вы будете в полной безопасности. Мужчины располагаются в тоннеле, женщины и дети на платформе. Детям категорически запрещается спускаться в тоннель. У нас есть все необходимое. Горячий чай, вода, молоко для детей и самое главное, товарищи. Никакой паники, сохраняем полное спокойствие и неукоснительно соблюдаем порядок и дисциплину. В Москве самое красивое метро в мире. Тогда оно было не такое большое, как сейчас. Тогда было только 3 линии и 21 станция. Сейчас станций намного больше – 250. И все еще строят новые. В войну все станции метро были бомбоубежищем. Мы с вами находимся на одной из самых красивых – на Маяковской. Днем метро перевозило людей, а ночью становилось бомбоубежищем. Если люди слышали на улице сирену, то нужно было спуститься в метро и переждать бомбежку. И вот представьте, что здесь было целых 1000 человек. О людях заботились. Здесь была вода, туалет, дежурили врачи. А воздух с улицы проходил сюда через специальные фильтры. А еще в метро было очень красиво и интересно. Дети сразу забывали об опасности и страхе и радовались, что можно покататься на эскалаторе. Люди могли спать в метро, для этого им раздавали матрасы, и они ложились. Женщины и дети обычно ложились на платформе, а мужчины в самом тоннеле. Мальчишкам тоже было безумно интересно посмотреть, что же в нем творится, но строго-настрого запрещено, детей туда не пускали. Здесь было тихо и спокойно. Люди читали книги, занимались своими делами. Кто-то играл в шахматы, кто-то спал. Позже в метро начали показывать кино. Даже открылась целая библиотека. И все это делается для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно и не думали о войне. После этого наступало утро, и люди выходили на улицы и шли на работу. Самое яркое и знаковое событие, которое произошло в Москве в то время, это военный парад 7 ноября 1941 года. Ребята, наверняка вы видели парад Победы 9 мая, который ежегодно проводят. Но нам тогда до этой победы было очень далеко. Бои становились все ближе к Москве. Враг был совсем рядом с городом. Нашим бойцам было очень трудно его остановить. И вот на Красной площади маршируют наши войска. 28 тысяч солдат, танки, пушки. Весь мир увидел то, что мы будем защищать Москву и не отдадим наш город врагу. Прямо с этого парада наши солдаты, наша Красная Армия пошла на фронт бить нацистов.